Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Баззи, мы продолжаем проходить игру Far Cry 2. 35-й выпуск. Так, сейчас я возьму там алмазик. Сейчас как-нибудь. Вот, да. 52-й. Так, я только что попал какую-то новую карту. Сейчас направляюсь вон туда, вот назначенное место. Я сейчас вижу, что там опять в примере. Так. В этой карте всего две зоны примирия, да. Опять этот глюк. Быстрей. Плохо это. Нам надо. Давай. Есть. Выжил. Так, ну все. Едем дальше. Так, я приехал.
какой-то город новый. Уйди с дороги. Так, мне надо зайти. Так. Без оружия. Давай, руки вверх. Готово. Мне нужен человек, который присмотрит за грузом. 2 часа. Нет. Нужно найти кого-то, кто умеет молчать. Все, ну, вот вопрос он. Снят. Приветствую в Бовосеку. Хорошо сработал с Гакумба? Да, хорошо. Здешний начальник, майор Тамбосса, ничего не знает об этом, и лучше, если так и останется. Это понятно? Вот ведь в чем дело. Ситуация такова, что у военачальников на юге появилась реальная возможность объединить силы. Если это случится, малые вроде тебя и меня потеряют работу. Или даже хуже, окажутся за бортом. Чтобы этого не случилось, я хорошенько поворошу муравейник. Похоже, у твоего друга Шакала на его острове устроен здоровый склад оружия у озера Сеголу. Я проработал маршрут, по которому это оружие можно переправить прямо в город под флагом Офот. Там босса будет уверен, что это дело рук фронта. Мы же останемся. У меня есть шкипер. Нужные люди получили свою долю. Осталось найти человека, который проследит за товаром. Ну что, интересует? Ну давай. Интересует. Хорошо, отправляйся на остров к лодке. Шкипер позаботится об остальном. Скоро мы уже будем сражаться на этой войне. А потом я устрою тебе встречу с майором. Ладно, давай. Лучше не возвращайся. Что ты ржешь? Вот что. Thank you.
открою, перезаряжаюсь! Я здесь попадался. О! Ух ты, какая тачка новая. Город. Тут тоже примере. Сейчас посмотрим. Там что ли? Так, я не знаю, как туда залезть. Так что я выйду. Блин, лодки, правда, нет. Так, сейчас вот так вот идем. Где мне тут лодку найти? О, нашел. Тут как-то жутко темно. Ну, это на первый взгляд. Поплыли туда, куда нам надо. Это здесь алмазик, сейчас берем. Где-то там. Где-то там. Да заткнитесь. Это что такое? Опа. Взял сразу автомат. Okay,
Черт возьми! Здесь убил сейчас. Блин, как туда залезть, правда? Может, вот так вот? Блин. А, вот же. 53-й. И потом. Вот я приближаюсь уже. Тут кто-нибудь есть? Так, мне сюда и надо. Псечка. Да, здесь. Я Андрей Поли, буду за капитана. Ты знаешь, что у нас за груз? Лейтенант кишит идеями, а? Когда груз дойдет до порт Силао, всем там очень скоро станет худо. Ты не мог бы найти в клинике доктора Абуа? Предупреди его, что ночь выдастся жаркая. Да, нелегко в этой стране докторам. Когда груз дойдет, я собираюсь скрыться. Отправлюсь на другой берег Сегола, затаюсь. И тебе советую, если жизнь дорога. Но сперва надо доставить груз. Выходи на палубу. Будешь смотреть, вдруг кто суденышком заинтересуется. Ну ладно. Ну чё, поплыли. Ух ты! Вот так вот. Прикольно. На. На нафиг. Что сказал? Едешь там, а? И это что такое? Еще корабль чинить. Так, вот откуда стреляет. Так вот.
Нифига себе. Титаник. Косой. Че, офигели, что ли? Быстрее чиниться. Едем. Блин, как туда. Да как туда? Вам нужна медицинская помощь? А ни у кого нет иммунитета к малярии. Неважно, откуда человек. Меня зовут Абуа. Я здесь единственный врач. Но вы ведь здесь не за этим.
Простите, просто тут слишком много наемников. Боже, это перемирие было для нас неслыханным благом. Хоть ты и потрудился нас предупредить. Возможно, я сужу слишком поспешно. Я хочу вам помочь. Вы знаете, что лекарств у нас не хватает. Но есть и другие альтруисты вроде вас. Если вы вернетесь сюда, когда все стихнет, я буду рад представить вас друг другу. Чё это за фигня? Так, ну ладно. 35-й выпуск я закончу. Всем пока.